Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре хорошие кроссовки из сайта AliExpress. Вот как они смотрятся. Сейчас очень кратко, чтобы не забирать у вас много времени, расскажу о самих кроссовках. А пока что хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваши лайки, за вашу подписку. Спасибо вам, друзья! Вот так смотрятся кроссовки. Мне сам дизайн кроссовок очень понравился. Заказал я их только из-за картинки, как увидел хорошую картинку. Мне понравился дизайн, я их и заказал. Но потом, когда они пришли, я увидел еще и достаточно хорошее качество. Ссылка на хорошего продавца и лучшую цену, которую я нашел на эти кроссовки, смотрите под видео. Итак, что касается кроссовок. Швы. Швы очень ровные. Торчащих ниток я вообще не увидел. Мне все понравилось, как оно все сделано, как все прошито. Проклейка. Подошва проклеена очень аккуратно. Клея практически нет. Есть только где-то одно место, сейчас найду, где я увидел вот немного клея. А так все очень и очень аккуратно. Еще что я не понял, конечно, но здесь есть какие-то вот такие капельки клея. Они, вот их можно отдереть ногтем, но я не стал отдирать, чтобы показать их вам. Вот видно. Не знаю, из-за чего оно здесь. Клей ли это или что, но оно отстает. И это хорошо. Качество самого материала вот этой сетки мне очень понравилось. Оно достаточно такое плотное. Я как-то заказывал кроссовки копии под Nike, так здесь было очень такое тонкое. У меня даже было сомнение, что оно будет надежно, но оно оказалось очень даже плотным, не плотным, а надежным. И я носил кроссовки где-то около года, и оно все выдержало. А вот это такое плотное, ну мне это больше нравится, не знаю, мне нравится вот эта надежность. И когда я их одел, оно так хорошо обтягивает ногу, и в этих кроссовках какая-то такая надежная сцепка, нет такого впечатления, что можно что-то где-то подвернуть или поехать, нога в этих кроссовках, она очень хорошо обтягивает ногу, и мне это также очень понравилось. Хорошая ткань, хорошее качество вот проклейки, все это большой плюс этим кроссовкам. Подошва, не скажу, что она мягкая, но и не твердая. Мне понравилась вот эта сама плотность вот этого вот этой пены. И здесь есть на пену наклеена еще резина для лучшей сцепки с асфальтом. Это тоже хороший дизайнерская задумка хорошая. А, это наклейка. Вот так смотрится кроссовочки. Что касается самой подошвы, еще хочу сказать, что здесь есть вот такие сквозные отверстия. Они не только сквозные, вот с этой стороны также, они еще и вот сюда идут, вовнутрь подошвы. И когда вы ходите, это позволяет воздуху циркулировать по вашей ноге, предотвращая запотевание ноги, если вы очень много бегаете или ходите, или просто жара на дворе. Мне кажется, это очень хороший плюс и хорошая задумка для этих кроссовок. Это циркуляция воздуха. В подошве также есть эти отверстия, поэтому нога полностью дышит, или как сказать, воздух циркулирует по всей ноге. Вот внутри есть пирка, 9 размер, 27 сантиметров. Сейчас мы это проверим. Я рекомендую перед покупкой связаться с продавцом и уточнить ваш размер. Вот видно, внутрь оно идет 27, но когда он уходит наружу, эта стелька, она идет где-то 27,7. Но я заказал под свою ногу, продавец прислал именно эти кроссовки, они мне подошли, поэтому рекомендую связаться с продавцом перед покупкой. Вот такая подошва, она идет из какой-то пены. Мне очень понравилась эта подошва, мягенькая и удобная. Здесь все прошито, как видите, и сетка для того, чтобы воздух циркулировал по кроссовкам внутри. Очень хорошо все продумано и сделано. Есть какая-то надпись.
Так. Сейчас еще покажу, как кроссовки смотрятся на ноге. А пока что по внешнему виду вроде все сказал. Если что-то не сказал или вы хотите узнать что-то еще, напишите обязательно в комментариях, я отвечу. Обязательно отвечу и учту ваши пожелания в следующих своих обзорах. Так, сейчас надену. Одну секунду. Вот так смотрятся эти кроссовки. Кроссовки очень удобные, мягкие. Вот только, наверное, мне нужно было взять на размер, наверное, на один размер поменьше. Вот видно мой палец. Здесь есть еще немного пространства. Но смотрятся кроссовки очень красиво, и мне в них очень удобно. Вроде бы все сказал, все показал. Будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием отвечу на все и учту ваши пожелания в своих дальнейших обзорах. Если у кого-то есть какой-то вопрос, который не раскрыт в этом обзоре, что касается этих кроссовок. А пока всем спасибо, не забудьте поставить лайк, поддержать меня. До свидания.